ожесточенная борьба. Погода сегодня заставит ребят понервничать. Побегать, потому что очень холодно в Белгороде, при этом идет проливной дождь. Микрофон, друзья, для вас эту встречу прокомментирует Иван Жуков. Добро пожаловать. Включайте побыстрее свои мониторы, свои компьютеры, гаджеты. Начинаем смотреть увлекательный матч. Главный судья сегодняшнего матча – это Александр Соколов. Проверяет готовность команд. Да, свисток прозвучал от Александра Соколова. И начинаем. Справа на ваших экранах команда «Кустовое» в бело-голубой форме, слева в черной форме с розовыми цифрами. Ребята из «Фламенгос». Сразу, чуть позже о составах, друзья, сразу левым флангом начинает атаковать. Атаку свою начинает футбольный клуб «Фламенгос». Передача налево. Ну, здесь все отлично играют защитники «Кустовое», и пошла уже их атака. Ну, здесь неудачно сейчас играют ребята. Свисток в центре поля, и продолжается игра. Вот здесь добежать. Да, защитник хорошо играет. Скользкое сегодня поле достаточно. Передача чуть вперед. Да, немного о стартовых составах. Заявки сегодня у «Фламенгоса». Вратари: Вадим Гайдуков, Даниил Панасенко, полевые игроки: Андрей Денисов, Данил Дурнев, Никита Кириченко, Андрей Маканин, Кирилл Кириченко, Максим Кириченко, Максим Кириченко, Даниил Назаренко, Виталий Прядко, Максим Романенко. Сейчас опасный эпизод. Будут выносить мяч вперед от ворот. Дал кипер «Кустового». Да, вот сюда. Здесь не добегает. И продолжаем состав. Сергей Тарасов, Александр Афимов, Артем Атрахименок, Денис Демьянов, Александр Курченко, Михаил Горбунов и Максим Припузов сегодня защищают честь «Фламенгос» «Энергомаш». Розовый «Фламенго» – дитя заката. Посмотрим, как эти дети заката сегодня сыграют против «Кустового». Ну, а у «Кустового» сегодня, сейчас чуть позже назовем их состав. Пока что смотрим за опасным моментом. Удар по воротам. Это наносил 70-й, по-моему, и «Фламенгос» этот удар. Да, друзья, проливной дождь, как будто мы играем в Англии на Туманном Альбионе. Сейчас поливает изрядно газон в Белгороде. Еще идут, будет удар четвертый. Ой-ой-ой, какой хороший вар! Наверное, нам не поможет сегодня. Да, не поможет сегодня вар. Мы смотрим, как хорошо сейчас сыграли ребята. Итак, у «Кустового» сегодня в составе играет Роман Деревлев. Сейчас посмотрим подачу от «Фламенгоса». Там будет розыгрыш. Посмотрим, как все это разыграют ребята. Нет, это будет не угловой, аут, конечно. «Фламенгос» бросил аут правым флангом. Будет ли подача? Нет, подачи не случается. И побежали. «Кустовой» уже левым флангом несется в атаку. Упускает мяч за боковую. Этим временем мы назовем состав команды «Кустовое». Вратарь сегодня у них Роман Деревлев. Полевые игроки: Юрий Белебехов, Владислав Бойтенко, Михаил Галай, Максим Деревлев, Максим Ефимов, Евгений Кифаренко,
Игорь Листунов, Николай Глеб, Егор Дворянкин, Александр Жуков, Александр Лихостов, Бенджамин Менца, Александр Никулин, Юрий Павлиев, Сергей Шинягин. Такова заявка сегодня футбольного клуба «Кустовое». Ну что, друзья, продолжаем матч. Дождь футболу, настоящему футболу не помеха. Левым, нет, сейчас направо перевод. И снова. Снова Фламенго правым флангом. Судья что показывает? Нет, показывает играть Александр Соколов. И здесь может быть удар Фламенго. Нет. До удара довести дело не дают. Что будет сейчас? Передача вот здесь замыкает. Ну, великолепно играет защитник. Защитник Фламенго. Все в ажуре у команды. Да, друзья, конечно, мы должны поправиться сейчас, потому что главный судья этого матча Александр Соколов старший. Вот. Судит эту великолепную встречу для нас в такую дождливую погоду. Подача Кустового. И мяч уходит за пределы поля. Да, мы видим по телекартинке, друзья, с вами, что команды, резервные игроки команд сейчас стоят, кто под зонтиками, кто без зонтиков. И вот Кустовой опять левым флангом начинает атаку, разворачивает в центре. Направо передача, будет ли опасный момент? Тут еще развернуть, ну, удар поворота мимо. Видим, как брызги летят с зеленого газона белгородского стадиона и манежа. Да, друзья, комментировать такую встречу в таких погодных условиях, конечно, непросто, но наша бригада режиссеров, монтажеров, комментаторов старается сделать для вас качественный и хороший футбольный матч. Правым флангом сейчас атакует Кустовое. Передача налево, ну забежать, ну здесь передача идет не точно. И снова отворот будет разыгрывать футбольный клуб Фламенго. Пока что не получается отправить закат детям заката, отправить закат эту кустовую команду. Посмотрим, как будет дальше. Ну и Кустовому не получается пока забить ворота Фламенго. Посмотрим, как будет сейчас развиваться событие. Перевод налево. Вот здесь хорошо. Ну поддержи. Опорничек. Передача. Гол. Соколов старший показывает на центр поля. Это значит, что Кустовое забивает первый гол в этой встрече и выходит вперед. Хорошая сейчас была атака. Великолепно. Все разыграно как по нотам у этой любительской Dream Team. Ну что, друзья, сейчас Соколов, конечно, Александр Соколов дает свисток. Продолжаем этот матч. Еще, как хорошо идет восьмой номер. Нужно здесь пролезать направо, но здесь великолепно играет защита Кустового. Знаете, друзья, довольно-таки не прохладно сегодня, но очень портит все дождь, конечно. Дождь портит сегодня все. Вот, если бы не дождь, было бы, наверное, и не ветрено так, было бы, наверное, неплохо. Но я думаю, футболистам, которые сейчас разгоряченно бегают по полю, им хорошо играется и хорошо они себя чувствуют на этом зеленом газоне. Снова Кустовое. Прошу прощения, снова Фламенго правым флангом. Здесь нарушение не дает Александр Соколов. Хорошая передача. И вот здесь нужно бить 80-му номеру. Нет, он еще налево пытается сыграть. Еще играет налево. Передача. Подкрывался хорошо вот передачу. И Кустовое за пределы поля. Здесь бежит полузащитник, но не вытаскивает этот мяч.
аут в пользу Кустового. Прошу прощения, аут в пользу Фламенго, конечно. Да, медлит игрок сейчас Фламенго. Может за это и желтую схлопотать. Нет, не схлопочет, только прозвучал свисток. Конечно, судья показал по свистку. Продолжаем играть. Хорошо, хорошо, сейчас снова действует Кустовое через левый фланг на этот раз. Стараются ребята забить сейчас второй гол. Посмотрим. Нет. Не получается. И отворот Фламенго разыграет сейчас. Левым флангом. Передача направо. И заброс туда подальше к воротам. Разобраться здесь надо. Очень активный 80-й номер. Но эту защиту не пробить, не сломить и не пройти. Великолепно играет Кустовое в первом тайме. В защите особенно хорошо держится. Хорошо выносит. Хорошо держится команда. Поэтому на заглядение просто сейчас играет. И снова аут, сброшен. И тут опять защитники Кустового сегодня просто превосходно действуют. Смотрим за их действиями. Фламенго сейчас перехватил инициативу. Передача опять в центр. Правее, не пришла передачка здесь. Ай-яй-яй, по спине получает. И еще передача туда. Фламенго сейчас борется, смотрите, выигрывает здесь, как хорошо, ну, великолепно играют Кустовое в защите. И снова передача Фламенго направо, правым флангом, уже в свою очередную десятую, наверное, по счету атаку заходят представители Фламенго. Но не получается у них здесь, аут будет опять в их пользу. Далеко надо сбросить. Откроется ли, и может кто-то откроется под 77 номера. Посмотрим. Да, открываются. Здесь хорошо, не упустить мяч. Через вратаря играем. Хорошая передача. Еще. Кустовое. Вот здесь великолепно играют защитники. Лево кричат, подбадривают. Защитники друг другу подсказывают, и вратарю в том числе. И опять, уже слева направо, хороший перевод, сюда в центр, штрафной, Кустовое. Но не получается. Кустовое сейчас будет аут сбрасывать. Там активно подсказывает Соколов-старший, что когда проводит замену, что дает разрешение. Да, и действительно, Фламенго пошло меняться. Еще играет, говорит, да, продолжается. Еще раз аут в исполнении Кустовое, мы посмотрим. Пробьет, что ли? Да, пушка страшная, но далекая от ворот, конечно, сейчас получается у полузащитника Кустовое. Не доходит она до цели. И Фламенго сейчас слева направо, справа налево штампует эти передачи. Через центр. Хорошо, налево. И вот здесь можно разбегаться. Передачка бы прошла. Ну вот здесь открыт стоит. Ну рассмотри ты его, говорят сейчас игроки Фламенго. Еще передача, левее в центр, еще левее. Ну, подача будет или удар, что-нибудь. Удар в защитника попадает. И снова Фламенко на подборе, великолепно действует. Удар! Вратарь! Вы видели, что мне сделал вратарь Кустовое? Вратарь великолепен сейчас. Великолепен. Гениальный гений, как сказал бы один известный комментатор российского телевидения. Сейчас будет показывать судья.
отворот. Удар, видимо, там было нарушение. Удар, отворот. И вот здесь построится бы хорош. И вот здесь отвечает Алаверды. Вратарь Фламенго тоже на противоходе. Чуть не поймали его. И на подборе, на подборе, на подборе, на подборе. Хорошо, бустовое здесь. Идет прессу, пусть он будет. Здесь, смотрите, трое пусть он будет двоих. Здесь зарабатывает Алл Фламенго свою пользу. Да, конечно, матч пока оправдывает все ожидания, даже по такой холодной погоде Белгорода. Справа флага сейчас будет вводить мяч в игру Фламенго. Передо мной проходят игроки одной из команд, которые только доехали до матча. Бенджамин сейчас бежит на скамейку запасных. И вот здесь удар! 2-0! Пока мы смотрели, Кустовой забивает второй. И по первому тайму, конечно, смотрится намного лучше. Хотя были, признаем, опасные моменты и у Фламенго. Вратарь Фламенго сейчас в растерянности смотрит на свою команду. Не понимает, что пока происходит. Но будем смотреть. Будем смотреть, друзья, как сложится еще большая часть игры впереди. Итак, Фламенго, центра поля. Поехали. Дальше играем. Смотрим увлекательный футбол. Ну, очень сильно дают проходить. Опять нападающим полузащитников Фламенго. Ну, как так? Действует Кустовой в своей обороне. Да, пока не пропустили, но все предпосылки к этому у нас есть, дорогие друзья. Поэтому я бы на месте... Ребята с Кустовой. Вот опять! Вот смотрите, как они плохо играют. Иногда плохо и недоуменно играют в защите. Не понимаешь, как они это делают. Но потом они выбегают в контратаку, и все становится как в Барселоне. Хосепа Гвардиолы, когда в некоторых моментах очень плохо играли игроки, а потом выходило нападение, и нападение, конечно, решало исходы матчей. Кустовой снова подача с углового сейчас будет. Подача с левого фланга. Ну кто замкнет? Ой-ой-ой! Вблизи. От третьего гола сейчас находился Кустовое. Конечно, находилось. Все стоят, слушают репортаж великого комментатора, но. Ну вот так играют сегодня у нас команды. Будет и передача, да, есть передача, но она не доходит. Фламенго центр, Кустовой здесь перехватывает. Догоняет, отрабатывает назад игрок Фламенго. И снова через правый фланг Фламенго. Передача. Хорошо, вот здесь развернули, удар бы, нет, не удар, на левее, еще левее, это был Фламенго. Передача будет. И вот здесь удар бы, нет, направо, здесь такой номер, еще передача, ну перемудрил, надо было сейчас немножко по-другому делать передачу. И снова Фламенго вторым темпом, налево, ну есть моменты у команды, но пока 0-2, она горит. Снова левым флангом. Передача. И вот здесь выходит. Выходит, да, друзья, вот здесь. Что показывает Соколов? Соколов показывает страшный удар в сторону ворот Фламенго. Удар! Вот такой вот! Но здесь хорошо все контролировал вратарь Фламенго. Не допустил такой оплошности сейчас. Первый номер этой команды. Слева флангом вот здесь Кустовой опять. Фламенго пытался выйти в атаку, но Кустовой отобрал мяч, и вот здесь опасный момент, но не цепляется сейчас за мяч игроки.
И снова левым флангом, преимущественно левым флангом атакует Фламенго сейчас в эти последние пару минут. Вот сейчас редкая передача, может пойти направо, да, она следует. И снова атака Фламенго, ну завершить ли хоть одну, удар, хороший удар, но на месте вратарь Кусовое. Хорошая передача, замыкать бы эту стену, заближе эту передачу. Как вылетали сейчас втроем игроки Кусовое, ну надо замыкать было эту передачу. Очередной, так хорошо атакует Кусовое в этом фонде атака. Кусовое замена, обширная замена. Передача направо, отворот свои, да, делает вратарь Фламенго, и вот здесь нарушение судьи поля, дает судья свисток, да, нарушение дает. Да, друзья, мерзнут комментаторы, мерзнут болельщики, команды подошли уже, которые будут играть сегодня в следующем после этого матча. Сегодня три матча представляем вашему вниманию. Да, хороший, ну вот здесь мы добились, не получается. Смотрите, как Кусовое прессингует, ну великолепно же. Здесь Кусовое сейчас мячом, передача направо. А, еще получил момент, удар! Заход, конечно, будет сейчас очередной гол, но не получается. Кусовое, это вратарь, да, наверное, вратарь сыграл. А подача сейчас будет Кусового у Кусовое. Передача. Не доходит здесь мяч. Ни до Бенджамина, ни до его партнеров по команде. Еще здесь удар, хороший! И очередной гол Кустового. Сейчас великолепно играет команда. Великолепно, очередной гол влетает в сеть ворот. Фламенго надо, конечно, что-то предпринимать, потому что как играть? Как играть сейчас? Полностью разбирает. Хотя хорошая игра, в принципе, в нападении у Фламенго. Непонятно, чего пока не хватает игрокам команды в черно-розовой форме. И снова левым флангом. Нет, не дают здесь кусовичами ударить. Правым флангом. Еще налево. Сейчас все команды, кроме нападающего Кусовое, перешло на свою половину поля и обороняется. А теперь уже Ну что, Фламенго, ну доведем хотя бы одну атаку сейчас до удара, до осмысленного, да, по заброс и опять мимо ворот. Ну что такое? Что ты будешь делать? Смотрите в матч, что болеет за команду Кусовое, хорошо. И подача здесь, нет. Ударить. Ой, я знаю, что пусть Геннадий уверенно показывает Александр Соколов. Кусовое, конечно, Кто-то сейчас, да, я уже. Что будет, да?
Сейчас молодой участник команды. Фламенго, посмотрим, удастся ли ему это. Да, 4-0. Того я уверен, реализует свое преимущество. Ну что, друзья, продолжаем. Владимир, да, Соколов дает свисток. Перерыв первого тайма. Отдохнем мы. Пока что Кустовое уверенно выигрывает со счетом 4-0. Напомню, в конце этого тайма реализован первого тайма реализован пенальти. Вот здесь сейчас могло что-то опасное получиться. Но не получается. Правым флангом сейчас Кустовое выходит из своей обороны. Длиннющий пас. Но за пределами поля. Да, снова с мяч. Да, Кустовой здесь, смотрите, какой прессинг. И... Хорошо. Сейчас снова побежали. Фламенко на этот раз. Вратарь ошибается, выходит. Ну что, завершит ли? Нет, Фламенко опять имеет момент, но не... завершает его, как это нужно, как это действительно нужно в этом матче. Смотрим дальше, друзья, этот матч. Какие выводы, во-первых, нас интересуют, сделал Фламенго из первого тайма. И второй вопрос, конечно, распечатают ли они ворота во втором. Вот здесь хорошая передача. В руку ли там мяч попадает? Нет, не в руку. Соколов молчит, поэтому продолжаем. Да, Александр Соколов, комментатор. Прошу прощения, судья этого матча, Александр Соколов старший. Комментирует матч Жуков Иван. Вот здесь с левым флангом опять Кустовое. О, Фламенко атакует. Передача. Не доходит. Еще передача направо. Будет ли удар? Да, удар следует, но мимо ворот. Еще один великолепный момент от Фламенко, но... Кустовое пока очень активно. Вот Фламенко сейчас проводит очередную атаку в этом тайме. Нужно отыграться, конечно, команде. Но вот так не принимать мяч. Конечно, скользкая погода сейчас, поэтому дождь усиливается в Белгороде. Поэтому понятно, почему не может принять пока хорошо мяч игроки. Накапливается, наверное, усталость уже. Ко второму тайму. Вот здесь удар! Кустовое могло сейчас пятый забивать, но не получилось. В этой атаке немножко ничего не получилось, можно сказать. И снова Фламенго. Еще крутят. Смотрят, что можно сделать. И хорошая передача вот здесь у Фламенко пошла. Нет, снова не удается реализовать этот момент. Игрокам. Передача вперед. Кустовой здесь очень активно. Удар! Ой-ой-ой! Да, ближе девятка проходит мяч. Как был сейчас близко Кустовой к пятому голу в этом матче. Да, ну хорошо. Фламенко пока действует в атаке, но потом так проседает в защите, что соперник, ну, просто в данном моменте прощает. Вот здесь еще один удар. Кустовой, защитник Кустового.
хватается за голову. Как можно в этом матче не забивать такое? Конечно, нужен будет нам повтор, друзья. Очередные замены у команд сейчас. Продолжаем этот матч, друзья. Штрафной в пользу команды. Отворот, точнее, будет вносить команда Фламенго. Передача в центр. Нет, правее. И еще левее теперь. Левее в центр. И куда дальше последует передача? Нарушение. Нет, нарушения нет. Молчит свисток Александра Соколова. И будет аут. Аут будет сбрасывать Фламенго. Передача. И Фламенго снова на правый фланг устремляется. Нет, через центр решили сыграть. А теперь направо. Здесь Бенджамин хорошо. Защита уходит. Нет. Снова. Фламенго. Ну давайте, ребятушки, ну хотя бы один. Нет. Вставой от правого фланга снова убегает в эту атаку. Вот здесь разобраться. Фламенго разбирается в этой атаке. Попадает здесь на ногам, да, и Соколов сразу фиксирует нарушение правил. Фламенго разворачивает. Лево-право. Удар! Ну выше ворот. Еще один хороший момент у команды. Но не попадают они снова по двор ворот. Сейчас кустовое с мячом. Здесь Фламенго сейчас будет с мячом. Кустовое здесь нарушает правила. Фламенго сейчас будет прибавить безопасный штрафной. Все стянули штрафную кустовое. Ветер, друзья, белый, невероятный снег сейчас задувает. Передача! Ай-яй-яй-яй-яй! Не получается результативно сыграть. Аут в пользу Флекса. Прошу прощения, аут в пользу Фламенго. Конечно, Флекс сейчас играет на другой половине поля, поэтому прошу прощения за оговорку, друзья. По ногам получает игрок Фламенго. Сейчас будет опасный штрафной в их исполнении. Ну что, удар будет, розыгрыш. Что сейчас придумает Фламенго? Удар! Гол, как я понимаю, да, друзья, был забит сейчас. Что показывает? Да, Соколов показывает на центр, по-моему. Да, на центр. Ну что, распечатали наконец-то. 4-1 в этом матче. В этом увлекательном матче. Пока что так действуют игроки. Снова. Кустовое с центра поля начинает. Подача будет от Соколова. Посмотрим.
Да, бутовой подает. Ну здесь головой не попадает. Не попадает немножко. Да, и сейчас находится за бутовое, который немножко затарал с эпизодом. Смотрите, сзади его игроки пятый гол. Легкий вынос, но здесь великолепно играет защита. Еще. Центр цепляется. Бодаются ребята. Хорошо. Показывают еще на один. Стандарт. Александр Соколов. Что будет у нас? А, вот здесь будет. А вот Грошин ставит спину. Ставит корпус, как говорил Черданцев, до свидания Голландия, но здесь не получилось, здесь сказали игроки, до свидания нападающему, и ничего здесь не получится опасного, отворот сейчас, нет, угловой сейчас будет, конечно, разрушен от оборота. Футбольного клуба Фламенго. Передача! Гол! Пятый забивает пустовое. Пятый гол. На повторе сейчас посмотрим, кто это был. Крамчанинов. Какой момент, друзья? Какая игра? Игра, конечно, не соответствует погоде. Погода сегодня ужасная. Но игра сегодня великолепная. Особенно нравится она игрокам пустового. Ну что, 5-1 идет пустовое. Еще играть примерно половину второго тайма. Посмотрим. Фламинго сейчас снова правым флангом. Нет, через центр решили. И налево перевод. Есть перевод. И вперед. Вот здесь, посмотри, открой глаза. Ну не увидел. Еще. Ох ты, сейчас будет удар, хороший удар, но вратарь. Многоопытный вратарь футбольного клуба «Пустовое». Великолепно играет. Вынос туда подальше. Фламингос. И туда. Еще в белгородское пасмурное небо. Аут в пользу пустовое. Да, но с таким преимуществом сегодня играют ребята, что здесь можно позволить себе вальяжную игру, но они не позволяют этого, потому что хочется победить, хочется забить, победить и забить увереннее. Победить увереннее и забить больше, как говорил классик. И снова лево. Левее фланг. Ну нет, не доходит здесь передача. Да, пока что розовый фламинго, дитя заката, летят в этой встрече. Но чудеса в футболе, друзья, бывают. Чудеса в футболе возможны. Посмотрим. Может быть, Фламинго сейчас что-то придумает. И получится у них забить еще гол. Сейчас аут, да, аут будет пустовое. Спокойно туда вынос. И еще один. А теперь аут в пользу футбольного клуба Фламингос. Вот здесь развернул, хорошо, направо, нет. Еще, да, передача следует. Ну и 31 номер команды. Кустовое снимает спокойно этот мяч с опасного момента вот здесь. И снова прекрасно играет в защите человек, похожий на Виктора Савельевича Анопко. Недаром что-то под таким же номером, под номером 4. Еще здесь будет удар. Нет, удара не следует. Еще вот здесь будет удар. Но
снова распластались игроки кустовые и вытащили этот мяч. Вот здесь хороший удар и многоопытный вратарь футбольного клуба кустовое достает этот мяч и великолепен. Великолепен он в этом матче. Пересменка, друзья, сейчас происходит у футбольного клуба кустовое и Фламенгос тоже заменяются. На параллельном поле там Флекс флексит. А мы продолжаем эту потрясающую игру. Вот еще один игрок кустовое после замены уходит отдыхать. Еле-еле всматривается в болельщиков. Передача, ну за, не дотягивается здесь, конечно, невысокий игрок. Невысокий игрок не дотягивается здесь до мяча. Передача налево. Фламенгос, хорошо, хорошо сейчас сыграли. Да, друзья, пока неплохо играют футболисты кустовое. Ну что, кустовое, наверное, друзья, да, доигрывает этот матч уже до победного. Доносит, так сказать, интригу в этом матче. И здесь будет ли еще удар? Нет, 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 нет. По ногам клуб, конечно, бьют, но судья молчит, потому что мяч остается у Фламенгос. Еще правым флангом. Дай будет подача. Нет, не успевает. Не успевает игрок. Фламенгос выполнил подачу с правого угла поля. И снова передача вперед. Здесь кустовой перехватывает мяч хорошо. Аут Фламенгос. И снова, теперь аут кустовое. Бенджамин спокойно сыграет этот матч, мяч. Соколов дает свисток. Посмотрим, что он там показывает сейчас. А, да-да-да, здесь, конечно, Бенджамин немножко некорректно ведет себя. Да, Соколов его сейчас успокаивает. Успокаивает его, конечно, желтой карточкой сейчас. Да, получает желтую карточку. Иностранный игрок футбольного клуба кустовое, 11 номер. Не стоило это того, конечно, но решил игрок делать так. Ну что ж, так. Тем интереснее дальше смотреть, друзья. Накаляются немножко события эмоциональный фон этого матча. Чуть меньше 10 минут остается играть в этом матче. Вот здесь Фламенгос, да, зарабатывает аут. И аут. Быстро, быстро сейчас будут разыгрывать. Быстро сбросили мяч. Да, Фламенгос хоть и проигрывает 1-5, но 5-1. А, кустовое. Да, Соколов снова показывает, успокаивает игроков, потому что они сейчас опять завелись. Штрафной в пользу Фламенгос. Ну что, посмотрим, удастся ребятам хотя бы еще один голет забить в этой встрече или нет. Подача. О, нет, здесь следует удар, но никто не подставляет ногу здесь. И от ворот разыграет мяч сейчас голкипер кустовое. Отворот.
что, будет выбивать или через защитников сыграет? Через защитников, направо мяч следует. И вот здесь можно увидеть, да, выбирает другое решение, прям в штрафную заброс. И мяч здесь не доходит до адресата. Еще разворачивает кустовое. И вот здесь бежать по четвертому номеру, похожему на Виктора Савельевича Анопко, но он не добегает до этого мяча. Еще. Да, Фламенго бежит, хотя уже сил нету, погода так себе, но бежит команда. И вот, смотрите, сейчас может быть опасный момент, передачка левее, еще левее, можно сыграть, но забить! Нет, и не получается этот удар сейчас. Вратарь великолепно сыграл сейчас. Вратарь Кустового великолепно сейчас играет опять в этом эпизоде. Угловой в пользу команды Фламенго. Фламенгос, конечно, ну великолепно снимает удар, не попадает по мячу, господи, какой Тарасов, как хорошо сейчас мог приложиться, и вот здесь опасный момент, и тут опять вратари, конечно, сейчас гениально, в двух атаках проявляет себя, человек похожий на Виктора Савельевича Анопко, передача, кстати, играет по тем же номерам, что и знаменитый россиянин. Леша Ширин, да, подсказывают нам здесь болельщики. Вот это был хороший момент сейчас. У ребят из Кустового, чтобы забить шестой гол этой встречи. Подача с углового. И смотрите, смотрим, где Ширин не пошел туда в штрафную. Стоит пока что за пределами. Ну забить же! Нет! Не получается. Шестой гол был близок. И он все ближе. Дыхание шестого гола висит буквально над ареной в Белгороде. А на параллельном поле, друзья, в соседнем поле там флексит не по-детски. В следующей трансляции обязательно расскажу вам про эту встречу, как она закончилась, потому что обожаю команду Флекс. Комментировал ее в прошлом туре. Великолепные игроки. Особенно выделяется, конечно, Сергей Колесников, которого пока что не вижу в поле зрения. Но мы возвращаемся к нашей игре, друзья. Фламенго с левым флангом. Еще. Ну же. Правее. Правая передача проходит. Забивай. Ну как тут не забить? Как тут не забить? Прокричал бы Георгий Черданцев. Так же, как и не поставить пенальти. Не получилось. Спрашиваю я сейчас у соведущего, как комментируется. Вроде нормально, да? Вроде хорошо. Да, друзья, Фламенго сейчас. Дождь еще усиливается, но Фламенго будто параллельно этому дождю начинает еще усиленнее атаковать. Еще здесь крутят, вертит! Голкипер великолепно играет, но здесь на подборе. Давай, Фламенго, второй бы забить! Но нет! Опять выше ворот идет удар. Фух! Вот эта встреча, друзья. Хоть одна команда преимущественно выигрывает у другой, но какие нервы, какая атака до последних минут. Не всегда такое встретишь даже в российской премьер-лиге, а здесь ребята в любительском футболе бьются. Футбол в России есть, друзья, футбол в России жив. Он живее всех живых, живее даже бразильского. Буквально считанные минуты остаются до конца этой встречи. Ну что, будет ли шестой гол или второй от Фламенго? Шестой от Кустового или второй от Фламенго? Ну нет. Пока что в центре поля происходит борьба вся в этом матче. О,
Оле, 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 оле. Фламенго. Вперед. Сейчас кричат болельщики. И понимают, понимают, понимают. Нет, не понимают. Передача Фламенго. Понимают ли они или не понимают, что Фламенго сегодня послабее. Послабее, оказывается, чем Кустовое. Кустовое сейчас правым флангом. Таширин снова был. Ну и Александр Соколов дает финальный свисток этой встречи. С вами был Иван Жуков. 5-1 с победой Кустовое.